Всем привет, я Макс Круглов, мы находимся в Таллине, Эстония, 2012, Simple Session. Приезжаю сюда уже третий год подряд. Все больше и больше райдеров с каждым годом приезжают на эти грандиозные соревнования. Уровень скейт-парка в этом году произвел глобальное впечатление на всех, мне кажется. Были супер большие фигуры. В финале, к сожалению, не все получилось задуманное, то, что я хотел, но самое главное, я стремился, старался и надеюсь, в следующем году покажу лучший результат, нежели в этом. Спасибо всем огромное, кто болел за наших вообще и смотрели прямую трансляцию. Эти соревнования отличаются своей незабываемой атмосферой. Если вы действительно хотите почувствовать дух настоящего скейтбординга, то вам нужно здесь побывать.